Congrats. Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами почти в онлайне, что удивительно, правда? Сегодня у нас 4 декабря, пятница. Говорю немножко тихо, потому что еще утро очень раннее. Но другого времени для записи того, что хочу вам сейчас сказать, сегодня вряд ли будет. Мы сегодня уезжаем на работу. Сегодня мы поедем трудиться в наш предновогодний, а может быть даже и новогодний рейс. Вот. Ну, об этом, о работе немножко позже, ну, в другом формате, не здесь. Здесь, что хотел сказать. Скоро Новый год. Нас с вами на канале уже больше 56 тысяч, за что вам огромнейшее спасибо, за поддержку, за ваши комментарии, за то, что пишете, за все большое спасибо. И мне тоже хотелось бы как-то вот отблагодарить, ну, понятно, всех не получится, но как-то вот, ну, кого-то хотя бы. И вот, я тут что-то думал, так наблюдал со стороны. Многие уже это делают, мы еще этого не делали. Может, попробуем? Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Я думаю, что должно получиться. Не знаю, но постараемся. Фишка в чем? Есть у меня три вещи, которые бы я хотел кому-нибудь подарить. Это вот эти вот две бейсболки сканевские на выбор, то есть кому какая больше нравится, хотите красная, хотите зеленая, ой, не проснулся еще, хотите черная, хотите красная, на черной с задней стороны даже написано Scania. Вот, вот этот брелок замечательный сканевский, и вот этот вот небольшой макет Белаза. Мы когда туда ездили, то мне там и подписчик Константин, еще раз большое ему спасибо, привет, подарил. И мы сами купили, и завод нам подарил. В общем, у меня их три. Зачем мне столько таких вот маленьких? Вот эти вот все три милые вещицы хотелось бы кому-то подарить. Стоит вопрос, кому и как. Что я тут думал. Смотрите, короче. Мы с него выезжаем работать и едем на Москву. Пока. Дальше мы поедем. А вот куда мы поедем, я хочу предложить угадать вам. Предлагаю вам три варианта ответов. Дальний Восток, Испания и Турция. Вот, фишка в чем? Да, будет голосование. Голосование будет во вкладке сообщества на моем канале. Сейчас я покажу, как туда заходить, как голосовать и как участвовать в розыгрыше. В общем, все. Все предельно просто, братцы. Заходите ко мне на канал. Открываете вкладку сообщества. И вот, пожалуйста, перед вами последний пост. Три варианта ответа. Дальний Восток, Испания, Турция. Нажимаете. И вот, оставить комментарий. И оставляйте комментарий. Все, что нужно в этом комментарии написать. Написать цифры 1, 2, 3. Тот из вариант, который вы выбрали. Туда
отмечаете, как вы думаете, куда мы поедем, и оставляете комментарий. Именно там, не здесь, под этим видео. Ну, под этим видео тоже можете оставлять. А я имею в виду, для розыгрыша оставляем комментарий именно во вкладке сообщества. И пишем. Там нужно будет написать всего лишь 3 цифры. Комментарий. 1, 2, 3. То есть, как вы думаете, куда мы поедем? Все. Больше ничего писать, в принципе, не надо. Голосование начинаем, ну, с момента выхода этого видео и до воскресенья. Так, сегодня у нас 4-я пятница, суббота 5-я, воскресенье 6-е. 6 ноября 21:00 по московскому времени. После этого, я думаю, уже к тому времени немножко будет посвободнее. Ну и ночь воскресенья на понедельник у нас будет свободная. Можно будет подвести итоги и выбрать победителя. Как это будет происходить? Я думаю, что можно. Ну, часть, конечно, этого всего я засниму. Можете верить на слово. Мне нет никакого резона кому-то там что-то подыгрывать. Мне абсолютно все равно, кому подарить подарок. Вот эти новогодние, это мой новогодний подарок. Правильные варианты все будут отмечены, ну, отлайканы мной и выписаны на листик, и потом путем мы выберем, не то что путем, мы есть число. Число уже, я его знаю, оно не просто так, не с головы взято. То есть, кому повезет, на ком остановится, на каком аккаунте остановится это число, тот будет победителем. Мы это все дело заснимем. В понедельник выложим этот ролик небольшой с аккаунтом победителя в YouTube. И буду ждать от человека обратной связи, чтобы он написал мне либо на почту, либо там же, тут же в YouTube, вернее, либо на почту прислал свои, ну, там, номер телефона, там, или как с ним связаться через почту, чтобы, может, мы могли связаться напрямую, чтобы я мог связаться напрямую и в тот же понедельник или вторник с деком, или да, как там, смотря куда, отправить эти подарки ему по этому адресу, который он укажет. Человек, надеюсь, получив это, сделает фотографию и вышлет мне ее. И мы опубликуем фамилию, имя, там как захочет, фото победителя в той же вкладке сообщества. Еще раз повторю, голосовать за... участвовать в голосовании можно только во вкладке в сообщество. Под этим видео не будет учитываться. Ну и сразу хочу сказать, как бы, ночь длинная с воскресенья на понедельник, поэтому, когда буду выписывать аккаунты, то буду смотреть внимательно. Если будут повторяться, например, там вариант 1, вариант 2, вариант 3, и один и тот же аккаунт будет голосовать, ну, присылать комментарии, там первый, второй, третий вариант, то, ну, сразу скажу, что данный аккаунт участвовать в голосовании не будет. Надеюсь, что никого не пропущу, еще раз повторюсь, ночь длинная, так что все можно делать постепенно, потихоньку и внимательно это все дело отслеживать. Вот как бы и все, поэтому всем желаю удачи, ну а мы сегодня поедем дальше, работать.